Завершился подготовительный этап всероссийской сельскохозяйственной переписи. Регистраторы выбрали списки объектов переписи, которые будут обследованы в 2016 году. Почти 17 тысяч регистраторов, прошедших инструктаж, работали на территории городов и поселков, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, чтобы уточнить сведения по личным подсобным хозяйствам. Задача регистратора была также получение информации, на основе которой в дальнейшем будут сформированы категории сельскохозяйственных производителей в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Наличие земельного участка, его размер, поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз. Все это регистраторы выясняли у респондентов, занимающихся сельскохозяйственным производством. Итоговые списки по объектам переписи станут основой для расчета счетных и инструкторских участков по каждому муниципальному району. С 1 июля по 15 августа 2016 года пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. А с 15 сентября по 15 ноября следующего года перепишут сельхозобъекты в отдаленных и труднодоступных территориях. Собранные в ходе переписи сведения помогут актуализировать сельскохозяйственную статистику страны и станут важным фактором формирования аграрной политики государства в целом, а также базой для принятия конкретных решений в области развития сельского хозяйства, как на региональном, так и муниципальном уровнях.